Здорово, молодые, пожилые и безбашенные скайримщики. Сегодня 1 мая 2023 года, а это значит, что нашему каналу и всему нашему комьюнити исполнилось уже целых 2 года. Да, канал был сформирован 1 мая 2021 года. И за такой короткий промежуток времени он уже успел разрастись и повлиять хоть как-то на скайримское сообщество, вообще в целом, глобальное на ютубе, если рассматривать. Хочу выразить вам огромную искреннюю благодарность за то, что смотрите видеоролики и поддерживаете, кто как может. Также сегодня в 16:00 по московскому времени состоится стрим, где мы будем играть в Skyrim, праздновать данный моментус, общаться и веселиться, так что если хотите, приходите. Ну а чтобы видеоролик не состоял исключительно из благодарностей и поздравлений, мне хотелось бы с вами поделиться своей небольшой находкой, которую мне также удалось обнаружить на стриме. Поэтому не будем тянуть бивень мамонта телекинезом, погнали по Некселю КСТА. В этой игре есть очень неоднозначное заклинание, такое как телекинез, позволяющее взять абсолютно любой предмет, который мы можем в принципе подвинуть, который имеет физическое воздействие, скажем так, любую метлу, лопату, бутылку, кошелек или еще что-либо. В общем, вы сами знаете, чем можно двигать телекинез. Но я нашел один исключительный предмет, который можно взять в инвентарь, можно взять пощупать, но при этом он не берется телекинезом. И почему так? Я не понимаю. И вот этим предметом мне хотелось бы с вами поделиться, этими знаниями, познаниями, которые вот обнаружил спустя 11 лет. А это бивень мамонта. Примерно неделю назад я прокачивал себе изменения через телекинез. Открыл свой инвентарь, у меня на тот момент был бивень мамонта, и думаю, ладно, подержу-ка я его телекинезом, пускай покачается у меня, так сказать, изменения. Но я его взять вообще никак не смог. Все предметы, которые были в моем инвентаре, и вообще в целом окружении моего персонажа, все бралось, кроме бивня. Я не знаю, как это так вообще работает, почему это так получается, но оно реально не работает. Вот, как вы можете сейчас заметить на своих экранах, бивень мамонта можно взять через клавишу Е, можно взять и в инвентарь, но через телекинез он вообще никак не берется. Вот такие вот интересные интересности. Что ж, ладненько, спасибо всем еще раз за просмотр, приходите на трансляции. Сегодня у нас будет праздничный стрим, как я уже говорил, в 16:00 по московскому времени. Будем там сегодня праздновать. Всем огромное спасибо за внимание, всех поздравляю и хорошего вам дня и настроения. Всех люблю, целую и пока-пока. Муа!